столице Украины, Киеве, в 2014 году планируют приступить к постройке мемориала жертвам Холокоста на месте массового расстрела евреев в годы Второй мировой войны – Бабьем Яру. Зеленый свет на реализацию этого проекта уже дали религиозные лидеры еврейской общины, которые ранее выражали обеспокоенность, что выбранная территория могла бы быть священным местом. Существовали опасения, что в той части Бабьего Яра, на которой собирались возвести мемориал, под землей могут находиться останки расстрелянных евреев. Некоторые считают, что здесь было расположено еврейское кладбище. Впрочем, тщательно проведенное исследование показало, что на этом месте нет человеческих останков. Хочу просто сказать несколько слов насчет план и проект строительства музея тут, рядом с территорией Бабий Яр. То, что подтвердилось уже неоднократно специалистами аллахические, еврейские, равенаты и другие археологи и другие, которые изучали, историки. Тот место, где хотят строить, не было никогда еврейское кладбище, никакие захоронения там не были, не было там ни еврейское кладбище, и это видно, все, которые могут изучать карту, что еврейское кладбище никогда туда не зашло и не было там никакие захоронения. В 1941 году в Бабьем Яру нацисты расстреляли более 100 тысяч евреев. Это самая страшная трагедия по количеству жертв среди представителей еврейского народа за все время Холокоста. Во времена СССР советская власть пыталась преуменьшить количество жертв среди евреев, расстрелянных в Бабьем Яру. Мемориал на месте массового расстрела представителей еврейского народа должен исправить историческую несправедливость. Он станет местом памяти жертв нацистского режима. Завершение работ по возведению комплекса запланировано к 75-й годовщине печального события, которое будет отмечаться в 2016 году. Он станет одним из крупнейших мемориалов Холокоста в мире.